саженцы буколи снова триколор, находка для ландшафтных дизайнеров, которые часто используют дерево для декорирования участков и создания композиций благодаря яркой окраске листьев. К недостаткам относят требовательность к почве, необходимо высаживать крупномеры на плодородной, хорошо удобренной влажной земле, а также в теневых местах, где не происходит застоя влаги. Не стоит выбирать для посадки открытые места, поскольку саженцы не переносят жару. Высота взрослого бука обычно не превышает 12 метров, крона очень широкая, густая, раскидистая, темпы роста замедлены. Бук лесной триколор – это дерево высотой 2000-2500 см. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в всесорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.